Летний эфир на Первом Приднестровском. Часть проектов ушли в отпуск, но весь июль будет много интересного. Начинаем уже завтра в 20:00. Специальный разговор. Лучшее. Да. Сколько зарабатывает денег крутой айтишник в Приднестровье? В среднем зарплаты хорошего айтишника могут быть больше $1000. А у вас в компании? У нас средняя зарплата $1000. После спецразговора самая масштабная историческая реконструкция в Приднестровье. ТВ-версия. Такое нельзя пропустить. С понедельника утро начинаем в компании Ворониных и Сватов. А что тут в Плафион? Дня три ты на месте. Прекратите! А что бояться? Тут акулы маленькие. Еще по будням отправимся в путь, будут только лучшие выпуски. Интересный факт касаемо Цыганской горы. Так вышло, что земля, которая ниже, стоит дороже, чем та, которая наверху. Без новостей вас не оставим. КЭП в эфире всегда. А еще пересмотрим КЭП Приднестровье 1990-2020. Будет и много кино. Ну и как без премьер? «Страна легенд» завершает сезон. Гранд-финал 10 июля в 20:00. За кубок будут бороться обычные люди и МИД. Эфир из Бендерской крепости. Это летний Приднестровский. Оставайтесь с нами.